Юху, всем привет, меня зовут Артём, судя канал с ограничением. И сегодня будет как появился день Dead Island. Ночные уровни по Dead Island. Будет очень интересно. Только я уже ввел Dead Island, как видите, тут по рейтингу расставил. Dead Island тест. Ты пошел тест Dead Island. Хорош. Экран за есть. Какой-то странный тест, что там. Так, вопрос. Кто заводчик Dead Island? Типсипы, конечно. Тихо стоять. На каком острове, короче, баной будешь? Баняющий и банущий. Баной, конечно, банущий. Так, вопрос следующий. Так. Сколько надо опыта, чтобы повысить уровень, наверное, да? Я не помню, короче, я не помню. Нихест. Ну, будет на двадцатку, по-моему. А, 60-ку, я понял уже. Что я вопрос не очень, я понял уже. Сколько надо первого опыта и нет. Так, ладно, давай. Дипслипер, давай. Хорош. Куда ты? Куда поехал тут? Хорош, ладно, сейчас получится. Сейчас ответим на вопрос. Как быстро, то быстрее поехали, поехали. Давай, давай. Давай, Логан, едь. Пусть это Логан будет. Ехать. Все-таки Dead Island уровень. Пусть будет Логан это. Надо вдвоем идти на своем. Куда поехал Логан? Так. А 60 пусть будет 60. Обернулся, сломал Логан тебе. А как тебе я сюда выберусь? А, нормально. Все нормально. Так, нога не мешай ним. Куда я вообще поднимаюсь? Так. Да, ё-моё. Так. Я вообще не понял, что написано. Титы, титил помосы с континент. Мертвая планета, мертвый хьюж, мертвый спуск. Зачем без понятия? Мертвая планета. Я на титрах, какая песня на титрах играет, что ли? Так, блин. Я без понятия вообще. Пусть будет хьюж. Мертвый холм. О, нормально вообще. Выше поднимай мем. Так, ладно, почти понятно. Это не очень понятно, на самом деле. Ну, ладно. Так, опять вопросы. Ну, добро пожаловать, хорошо. Тут у кого самое лучшее оружие? Снэп Виапунц. Подождите. Лучше. Так, кто из них самый лучший персонаж? Серп Виапунс. Это тупое оружие, да, Сэмбиус будет. А, я понял, что он говорит. А, это режущее оружие написано, да, режущее оружие, я понял. Все, они тогда выбрали. Хорош. Как зовут, короче, вашего друга за тыком? Бегинг. Ну, нас и на мой там, да? Так, какой убил первый мод? Конечно, гвоздем мод. Самый первый мод в игре. Гвоздем. Айпин хорош. Так. Кто там? Зомби кто становится? Так. Погоди, так три. Кто из Сорксы? Сорксы. Сорксы. Что из Сорксы? Кто зомби? Ну, точно не Эйма. Манды, такая. Ученые и паразиты. Наверное, дева ученых это зомби. А, я Эйма. Ну, все-таки буду знать все. Что-то там понятно написано вопросы эти.
Так, сюда мы убираем. Хорош. Так, гвозди мы вот убираем. Тихо, хорошо, не разбил паразитов. Так, я ему. Я написал, кто ел мозги зомби, да? Так, кто убил Джин? Так, ниндзя, Сэмион. Емаевхит Джин. Кто убил Джин? Ну, Радах убил Джин. Джин Флаттер. Кто уничтожил машину Джин? Это вызываемый. А, пусть Джин будет. Тут странный вопрос, что-то непонятное. Так, финальный квест. Какое оружие там использовала Джин, чтобы убить отца своего? А, я понял. И вверх, конечно. Хорошая работа. Нормально все пойду вверх узнаю. Айбин. Мины. Самонаводящиеся мины. Хорошо. Так, опять вопросы. Ладно, вопросы там. Проверим, сколько хорошо друг друга узнаем. Акт первый. Как зовут за пролог? Проснись, я понял, зовут все. Да, и что написано? А, где начинался пролог? Конечно, в отеле. Поймать там, как-то там пойму. Как зовут лидера, который там в большом доме какой-то там? А, который в маяке. Джеймс вроде, да? Так, оказывается новый зомби, который быстрый. Тут защищается и атакует. Не знаю. РМ, что такое РМ? Ну и на РМ там, да. А, да, правильно. Так, какие нужны деньги? Чтобы купить соперника ВТФ. Что такое? Не знаю, что за вопрос такой, пусть будет опыт. Акт третий. Так, тут появился первый катакомбах, да? Тут был самый быстрый катакомбах. Нечестный трех катакомбс. Пуры будут. Парадис, наверное, что это было. Непонятно. Короче. Так, заново так делаем. Так, так, хорош, хорош, хорош. Джеймса убираем сразу, Джеймсон, Джеймсон. Что там дальше было? Дальше Рэм был. Хорош, я сейчас пройду еще. Тут я выбрал уже это. Надо было выбрать это. А бинт. Забыл. Я сейва выбирал. Да? Бинт. Так вот, Джеймс. Хорош. Рэм потом идет. Потом первый вариант опыт. Пуры будут, значит, там, да? В катакомбах. Кто им там тюканское мочить дает квесте? Где мои данные? Ну, конечно, доктор дает. Все же знают квесты. Акт четвертый, я не понял. Тут надо наугад выбирать, давайте это. Почему никакого вопроса ни ответов не было. Странно. Такого на сохранение. Не понял. А, гид-карты. А где показаны? Я понял. Это в оружии и в снаряжении какие-то там. Ну, где это тогда? Так, пустите меня туда. Кто там что-то там? Эй, подождите. А что это вирус начался? Тогда, наверное, лаборатория будет. В чем беда из-за вируса? Ну, отлично, все вы понял. Все вопросы я ответил правильно. Так. Dead End Demo. О, гоняем тачки Dead End. Корох тут везде. Как классно здесь. Даем за боку всех вот так. Сэмпи всех давит. Хушите к Сэмпи.
дальше пытаем, еще пытаем опять. О, Сэмби, как поехал Сэмби. И помер. В последней секунде. Да уж. Dead end. Я не знаю, кого убирать здесь. О, у меня топор будет с собой. На зомбак. Что я зомби тихо дог. А бил зомби хотят топор вытащить. Зомби, не кусай меня, зомби. Так, ладно. И задаю тачки, молодец. Вогнан. Еще один детайнт. Ты обожал детайнт. Что тут будет? Это не детайнт, это же не то. Нет, это не детайнт. Это паршивая копия детайнта. А вот это детайнт. Я это понимаю, детайнт. Зомби собрались. Блин, не кусаюсь-то еще. Вот так тебе, собак. Опа, зараженного побьешь. Уже кишки нам держат, что и что же такое. Тихо, зомбак, тихо, вы здоровый. Громила какой еще. Завоил громилу. Блин, а с ножом бандит был, меня ксап нож. Я могу тебе твои вести. И нет, ладно. Побег. А, блин. Dead Island Dawn. Написано. А это посмотрим, давайте. Это не Dead Island уже поехал, уже другое. Dead Island Beta. Интересно. Бета. И что тут такое? Dead Island Square. Вот я еду, короче, один тут. Успокоен над этим. Прыгаю, что вы мяч мне тут. А, это Атей, я понял. Я по Атей бегу, там толпа зубы появляется. Придется сожрать. Это Айн Демо, да уж, Демо. Нормально тут. Я в Атей. Что у меня с головой еще? Почему у меня горб? Я не понял. Тихо. На, вот так. Тихо, зомбак. Хорош. Поехали, свой зомбак. Блин, так мало. Почему так мало? Жалко. Это Айн Зомби. Ай, блин. А, я понял. Неплохо. Что за скринить это? Классно выглядит. Молодцы. Отлично сделали так. Это Айн второй уровень. О, нормально. На, зомби. Вот так он. Хорош, вот я бьюсь, пинаю. Какой-то странный зомбар попался. Хорош. Пустите меня, что он делает тебе? Это посадительная башня, что ли? Та самая башня. На вам. О, бошки разбивая кулаками своими. Нормально. Так, хорош, куда я иду? Куда я иду? Так, снова поймаем. На вам. Так. Red hair. Привет. Я победил. Ой, какие тут пушки играют классные. Интересно, такие уровни. Так, вопросы поехали. Давай вопросы. Люблю вопросы. Про игру эту. Какое ваше самое первое оружие, которое вы нашли, да? А что такое пэдл? Наверное, весло это значит. Скажите весло. Весло колбэх будем. Не, весло это пэдуш, получается, да? Пэдуш. Да, наверное, так. Какое оружие там какое-то, что там? Какого цвета? Уникальное оружие. Оранжевое. Не понял. Когда другой вопрос был. Какое оружие самое плохое, наверное. Да ладно. О, не круев, я понял. Да, давайте белое будет. Это белое написано, да?
Господь ее читает, вот. Я правда не помню, какой там спорт был. Точно не футбол, не баскетбол, наверное. Сурф, какой сурф. Да что я забыл уже. Логан. Кем вообще я там Логан работал, не понял вообще. Так, а может это выбираем. Ну не футбол же, ладно, это футбол. Я не думаю, что это футбол. Да ладно, угадал. Так. Сколько денег стоит ваше мясо? Так, сколько денег будет, я не помню. 45. Странно, что там. Ну ладно. Dead Island 2, да ладно. Dead Island 2 вышел, смотрите. Dead Island 2 еще. Поэтому, как тебя зовут, да не деньги, а ты зайдешь. И что-то такое в этом роде. Dead Island 2 это. Зомби, новые зомби, вот так убивай их. Тут так гидок пока. Стал такой зомбак, надаю тебе. Так, хорош. О, прыжок. И пердок. Dead Island 2 подъехал. Новый Dead Island. Отеч. О, у него нож, хороший нож. Ай, блин, мы другу без ножа брать, наверное. Куда я вообще ищу? Странно, куда я попал. Что это было? Ну ладно. Dead Island Zombie. О, как забомбил зомбака. А, он был выгнут там. Что такое? Странно как-то. Что у меня с пушкой? Что за бибицы-то? Ну ладно. Dead Island, аж агут, Dead Island название написано. Ты кто такой еще? И на. Ну, какой-то странный что-то уровень. Буду его тупить. Это тайный вопрос, твои вопросы обычно. Так, развивай там. Метай генерального фуса. Тим Монстен. Райдер. Это Доминик. Демоник вроде был, да? Так, с целью в то, что... Вроде тратит будет. Как звали эксперта какого-то? По какому оружию экспертом? Тахровинг. А по всему оружию эксперта, да, вот пусть будет. Так, как называется твой финальный персонаж, да? Чуч Пейсон и Сент. Пейсон. Эй, куда ты попал? Куда ты упал? Куда опять упал? Хорош, он давай Радах Фрейвайт. Давай Радах Фрейвайт. Эксперт по своему оружию того, конечно. Да, и убираем Пейсон. Что такое Пейсон, не помню. Да, ё-моё, ты что засел там? Так, как звоним? Как звался этот остров? Ты куда не туда, баночь. Америка, почему ты получил Америка? Так, ладно. Dead Island Batman. А, это неинтересно, вроде бы. Dead Island 3. Как ты эти, я не понял. Даже того ещё не вышел. Может подойти, говорят. На, вот так. Пред. Какая-то бабка.
Хорош. Да, деньги кидаю, всем деньги я скидаю. Скидываю. Тут какой-то... Откуда вообще такой чиповец? Странно. Это end 8, покажите 8. Что за 8? Как-то вот так стать надо. Ну неплохо, выходит неплохо. Выходит кур 8. Думаю, на превью поставить. Профорт. Так, ну что, ладно. Макларен, я думаю, на сегодня хватит. Это B7. Самый интересный уровень про Dead Island. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, на канал подписывайтесь. Даже не будет в следующем выпуске. Всем новых встреч, удачи.